Даша Федорова – человек творческий. Она полна энергии, но не может проявить ее на все 100%. У Дарьи болезнь, при которой она не может долго ходить. Иногда передвигаться приходится с помощью коляски. Возможно, поэтому художница комфортнее наедине со своим творчеством. Я боюсь, когда особенно много людей, я же маленькая толпа боюсь. Одной творить просто намного проще, никто не мешает, ты сам с собой сидишь. Работы умелицы представлены на выставке в историко-культурном центре. По этим экспонатам видно, что будущее у нее очень перспективное. Натюрморты в карандаше, сказочные скульптуры, роспись по дереву. Так и не поверишь, что эту красоту создала маленькая девочка. Мнение людей для Даши важно, но она сама себе лучший критик. Когда рисуешь работу, все равно есть какие-то недочеты, хочешь что-то доделать. Потому что когда уже сделал, видно что-то не так. Поэтому Дарья не сидит на месте, а постоянно совершенствуется. Уже 2 года она занимается дополнительными уроками рисования в художественно-техническом лицее. Свою учительницу она очень любит и чувствует эти взаимны. На самом деле очень веселый, жизнерадостный, добрый человек. То есть ее вот эта вот болезнь никак не мешает ей жить абсолютно. Вот, потому что она нашла себя в творчестве и продолжает, собственно, да, хочет поступать после 9 класса в колледж и обязательно всего добьется, я считаю. Да и сама Даша уверена в своих силах. Вокруг нас очень много негатива, но юная мастерица старается находить в жизни больше радостных моментов. Все хорошо, жизнь продолжается, не надо унывать. Остается лишь пожелать Даше удачи и следить за ее творчеством. Возможно, в будущем ее работы будут демонстрироваться в самых престижных галереях мира. Александр Шишов, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.